Хей, гайз, с вами Шимики, и мы продолжаем проводить игру по названию Crash Bandicoot, вторая часть. И мы отправляемся наверх. И что же ждет теперь нас здесь? Окей, у нас здесь все затоплено. Все затоплено. Ну что, поехали. Good show, Crash. The Komodo brothers obviously lacked your metal. But now's not the time to get cocky. There are still many crystals to obtain. Remember, the world is counting on you. Крэш, запомни, что там мой брат, бла-бла-бла. Ты смотри, Крэш. Жизнь планет в твоих руках. Plants food. Food. Food это, кажется, пища. Plant food. Plant. Батут? Не, батут по-другому. Plant. Ну, plantit это ставить что-нибудь. Или устанавливать. А это... Сразу ж неудача. За секунды. Неудача. Но с этим мы уже научились как разбираться. Так, бегемуты. Смей меня грызть. Поехали! Так, ладно. Чё? Почему мне типа начали по времени там? Почему время сбоку? Это время... Нет, это просто время идет. Я не могу момент найти. Так, бомбы поехали. Фух, ладно. Зачем мне дают время? Я иду в потайную секретку. 34 секунды там. Ладно, взрывайтесь. Ну вас нахер. Ой, ну яблоко украли. Не беда. О, еще одна котишка. Ничего себе. Что-то они расщедрились. Две аж контишки дали. За уровень. Заметьте, за один бонусный уровень. Сразу две. Не одна, ребята. Две контишки. Это ж просто... Ну, даже поверить невозможно. Ладно, поехали. Вот бы да. А, все-таки эти твари могут меня так и цеплять. Нужно было давать съебу. Сначала я убью цветы. Ну, я ж по это... А, я тону, я вспомнил. Типа, я хотел спросить, я ж по идее не могу по этой хере плавать. Потом я вспомнил, что я тону. Иди в сраку. Бомбы сделали большую. Бум. Давай. Не, по воде он что-то не так яростно катается. Чем-то, знаете, мне кажется, сейчас будут водные горки, вот эти всякие. Потому что вода, везде вода. И одна там еще такая выглядит, типа, на трубе надпись. Уровни.
The Warp Room. Интересно, что придумают в третьей части. Кристаллик. Почему там желтый кристалл уже есть? Savers or letter. Север. Север. Долгие загрузки, однотипные загрузки. Я понимаю, что загрузка там до уровня, да? Самого идет. Ну, прогрузка вот этого меню, зачем она? А не, я не тону. А мне интересно, а могу ли я этих убивать? Ого! Так, вот это уже было что-то новенькое. Может попробовать серьезно прыгнуть и убить его? Чего? Она еще может тонуть? Неожиданно. Вот этот робот, мне кажется, еще неожиданней. Платформа, которая тонет. Почему мне вначале не показали, как она тонет? Да, я не могу ее бить. Я споткнулся, я не виноват. Движение, я не могу делать это. Давай, прекращай. Просто умереть. Сох! Ой. Ой, экран оплювал. Ну, ладно, не беда. Семьи бывает. Сдох всего лишь там три раза на одном и том же месте. Да. Кем не бывает. Да, они тонут. Нужен баланс. А я попробую эту тварь убить. Нет, она не убивается, все. Я попробовал, спасибо. Давай, мышь. А у этих пока тушки. Что, на бонусный уровень идем? Пошлите. Я как раз контишек до хера потратил на одном месте. До тупой воды. Зачем коробки прыгают? Вопрос. Ладно. А где там еще были коробки? Минуточку. Типа я должен успеть? А? Ну это ладно, это возможно.
Хорошо, что я додумался сразу. Ну да, ждать, пока она доедет. Последний. Да. Бессмертие. Ничего не знаю, у меня бессмертие. Бессмертие закончилось. Окей, я успел. Так, давай заканчивай. Так, ладно. Здесь пронесло. И здесь пронесло. Ух. Ну ладно, в принципе, увеличивать скорость с помощью подката и прыжка. Научиться делать это быстро. Будет все отлично. Только я вот не уверен насчет последующих уровней. Скорее всего, будет сложно. Потому что если вспомнить старые миссии, ну, из первой части, да, там же тоже сначала было все изи, а потом начался пиздец. Крэш хорошая. Крэш, короче, хорошая новость, я взломала. Я взломала компьютер. Корпорацию Неко. И что-то это там. Короче, она что-то там взломала. Beer Down. Вот это я говорил, что скорее всего по трубам кататься будем. Потому что надпись на трубе. Тей и Beer Down. Beer — это медведь. Beer. Медведь вниз. Медведь вниз. Не знаю, скорее всего будем кататься на медведе. Бежать от медведя. Ну, что-то связано с медведем. Либо это пиво. Пир. Либо медведь, либо пиво. Нет, это точно не пиво. Поздно сказали. Поехали. Пстец. Знаете, вот откуда я могу знать, когда мне прыгать, в какой момент? Речь, давай. Ладно, вперед я могу не жать. У меня привычка жать вперед. Ну типа я еду быстрее. Не спрашивайте, откуда у меня такая дверь? Так, антишка. Ох, ебаный в рот. Даунов мне этих не хватало. Да, прикольно. Волосы во рту, волосы во рту. Они сейчас опустят. Так, хорошо. Это было прочитано. Чего? Вы время видели, тайминги? Я должен был успеть.
Так, мне дают по... А не, нахер надо. Не-не-не, ребят. Спасибо. Спасибо, не надо. Я лучше пойду дальше. Сейчас еще утону, еще заново придется ехать. Я лучше продолжу нашу идейку дальше играть. Так, осталось 2 уровня и босс, а у нас уже 15 минут. То есть мы быстро справляемся даже. За 5 минут. Типа каждый уровень по 5 минут. Хотя плюс лейдинги, плюс приветствие меньше. Плюс вот это вытаскивание кристалла, хер знает откуда. Dare to run. Опять бегать, ёбаный в рот. Только что катался на медведе. Теперь нужно опять бежать от камней. На разновидности уровней, конечно, зашкаливает. Ну ладно. Нам не привыкать, побегаем от камней. Хотя... Нет. Блять. Хотел уже сказать... Да нет, игра удивляет все-таки. А потом я понимаю, что ни хера не удивляет. Платформы хер теперь увидишь. Хорошо сделали. Ага, на этих даже трогать нельзя. То есть они на меня идут, я даже их трогать не могу. Прикольно. Ладно, я могу как хера мне бежать сколько нужно. Ох. Давай, только не взрывчатка. Слава богу. Это не взрывчатка. Буду, буду, да. Нет, точно не туда. Враги вот эти вот не тяжелые. А вот комоды... Просто спасибо, удачи, что у меня была маска. Так, ебучий комоду, спасибо, я вижу. Куда я лечу? Вы меня решили... Показать бонус. Бонусы из коробок. Так, я вижу там выход. И не так далеко, но там... То макака? Рели, то макака. Да, сейчас буду драться с макакой. Охерительно. Думать сначала нужно как комоду перепрыгнуть. А потом думать как макаку ёбнуть. Хотя там бомбы. Ух. Так, макаки сейчас сразу показывают нам. Сука! Парашютиста сделал вниз воду, только там воды нету, сорян. Так, ладно, когда он сюда придет, в принципе, легко. В принципе, легко, сказал я и сдох. Я успел, блядь. Какого хера? Давай, комоду, дуй ко мне.
Мне посрать на яблоки. Да это моей жизни, мне на них посрать. Я лучше дойду до портала. Неужели это этаж самый легкий? Тупые комоды, блять. Ладно, хорошо. Представим, что и тех я не мог убивать, типа Крэш либо боялся яда, либо типа того. Теперь их не то, что даже ударить нельзя, на них даже прыгать нельзя. Это тоже равносильно тому, что давайте мы просто сделаем врагов, которых вообще трогать нельзя. Так, Unbearable. Не знаю такого слова, поэтому сейчас будем смотреть, что это. 21 минута на нашем таймере. Это очень хорошо. Это очень хорошо. Так, а сколько время? Бай. Уже сейчас будет 12 часов ночи. 12 часов ночи. Нужно аниме посмотреть. А, ребят, прикиньте, в аниме есть тоже пасхал. Ебучий круг! Не хочу! Почему бегать? Это, блядь, не шар! Это не шар! Сука, иди на жопу! Иди в жопу! Нахер вы мне тут еще и это делаете? Так страшно. Уйди в страх. Фу, понял. А? Все, съела? Блять. Я хотел безопасно сбежать. Типа надурить игру. Ага, фиг там. Давай, 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 Крэш. А, то есть я могу идти и так ломать. Ломай доски, ломай доски. Отлично, кристалл. Бонус уровень. Отправляемся. 12 коробок. Такая музыка. Эх. Нужно новый паркур мастерство показывать. Так, одна контишка я видел там есть, поэтому форма. Не-не-не, я выполню эту бонус-миссию. Мне нужно, во-первых, это яблочки. А на втором месте у меня уже будет контишка. Потому что контишку я могу достать и не достать. А благодаря яблокам я точно получу то, что мне нужно. Контишку. Ладно, я уже придрочился немного. Оп. Плюс континиум, плюс еще одна континиум. Плюс два континиум. А, нужно было попрыгать, черт, ладно. Не беда, не беда, ведь я уношу ноги от тебя. А мне лучше запрыгивать сверху. Ладно, делаем подсрачники. Я не буду это ломать. Она сама все сломает. Ну нафиг, ну нафиг. Вон, стоит она. Красуня. Медвежья красуня. А как мне тогда нужно было там пройти? А давайте я проползу.
До свидания. Интересно. Да? О, покатушки. Покатушки на медведе. Когда нужно ускоряться? Чувствую, медведя зажарит. Много. Чувствую, медведя зажарит сегодня. Ух, я в безопасности. Меня еще медведь решил прокатить. Фу, да уж. Откуда здесь взялся медведь? Другого полушария Земли. Это ж медведи с Антарктиды в скобочках с Атлантиды. Странные медведи. Обитает в тропиках. Белые медведи особенно. Так, сейчас у нас должен быть боссик. Кристалл же я забрал. Крэш, мой мальчик. Ты сделал это. Ну, последний кристалл где-то там что находится. Чтобы... чтобы стать моими, то есть твоими. Лучше так. Тени тигер. Тигер от слова тигер. То есть тигр. Тени. Тени это камень. Я играл в доту, я знаю, кто такой Тени. Накачанный крэш. Что мне нужно о нем узнать? А, окей. Не, это хорошо, такой себе, потому что здесь показывают... куда он прыгает. Нет, не показали. Спасибо. Кажется, я в жопе. И это рандом, да? А, он за мной прыгает, все. Да, он чисто за мной прыгает. То есть я должен его обманывать как-то, куда прыгать. Не понимаю, почему он упал. Но я понял то, что он прыгает за мной. Это единственное, я понял. Да нет, он бывает и за мной прыгает, ты не за мной. О, он через две прыгать начал. Вот гомнюк. Все. Ладно, здесь мне просто повезло. Везение. Непонятно, просто он, у него странная вот механика именно, потому что он может и прыгать и на вас, и с другой стороны прыгать не на вас, а на платформу, где вы стояли раньше. Ну, даже если, допустим, вы на одной почти платформе, да, типа, с одной стороны, можно перепрыгнуть там. Я только что этот трюк же сделал. Я думал, я в ловушке, в конце концов, перепрыгнул его, типа,
вокруг. Ну что, типа, как-то так. Давайте тогда на этом закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи, до новых встреч, друзья. Всем пока.